За последние несколько лет в Кызыле и еще четырех муниципальных образованиях Тувы по программе переселения из аварийного жилья построено 54 многоквартирных дома. Это более 82 тысяч квадратных метров жилья, предназначенных для семей из Кызыла, Турана, Чадана, поселков Кайхем, Байхак и Ховы-Аксы. В рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийных жилых домов за прошедший год построено 13 многоквартирных домов. Это в городе Кызыле и в селе Ховы-Аксы. Так, обязательства по строительству новых домов выполнены в полном объеме. Всего за весь период улучшено жилищные условия более 6300 граждан, которые переселены в 54 новых дома. В целом за 2022 год у нас переселено более 200 семей. Одними из последних были сданы в эксплуатацию дома по улице имени Героя России Владимира Жоги в Кызыле. Новым жильем Александр Молоков, переселенец из бывшего аварийного дома по адресу улица Дружбы, 48, в Кызыле, очень доволен. Говорит, что новую квартиру не сравнить с прежним жильем. Я получил вот эту квартиру, которую я не знаю. Это Бог, как вам сказать, это земля и небо. Вот кухня очень просторная, комната, раздельные, называется? Санузел. Санузел. И очень ремонт, дом прекрасный. На сегодняшний день в Туве жилищное строительство набирает обороты. На замену прежнему точечному строительству по программам переселения из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот пришли проекты комплексной застройки территории, разработанные в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы. Это означает, что вместо одного-двух домов, как было раньше, строятся сразу целые микрорайоны с готовой инфраструктурой, то есть школами, детскими садами и другими социальными объектами. Сегодня таких проектов 8. Это 4 микрорайона в Кызыле, 2 в поселке Кайхем, 1 в поселке Сукпак и еще 2 в селе Ховы-Аксы. Чинчи Кашпуков, Владимир Сюртук, Белек Оржак, телеканал Тува-24.